Тихий и спокойный, затянутый облаками Балыкчи. Достопримечательность города, гигантский кумус, одиноко скучал. И лишь осведомленные горожане тянулись тайками на городской пляж Толкун. А те, кто не знал, спешили на звуки музыки. Очевидно, готовилось что-то грандиозное. Добрый день, уважаемые жители и гости города Балыкчи. Сегодня 13 июля. Мы рады вас приветствовать на празднике «День семьи Кумтыр», проходящий при поддержке мэрии города Балыкчи и Кумтыр Голд Компани. Итак, друзья, мы начинаем. Дайте аплодисментов, дайте шума, друзья! Супер! В разгар летних каникул и отпусков компания «Кумтур» при поддержке мэрии Балыкчи провела на берегу Иссык-Куля необычный праздник – День семьи Кумтур. Вообще у нас здесь есть база, очень важная база для рудника «Кумтур». Много наших работников здесь в Балыкчи. Балыкчинская перевалочная база – главный логистический центр компании «Кумтур». Основная задача базы – ежедневное бесперебойное снабжение рудника «Кумтур». Персонал – более 200 человек, включая сотрудников подрядных организаций. Инициатива проведения семейного досуга под открытым небом пришла на ум организаторам не спонтанно. Уже более 2 лет, как в компании «Кумтур» внедрена программа лидерства в области охраны труда – «Work Safe, Home Safe» – «Безопасно на работе, безопасно дома». Главный посыл которой – неотступно соблюдать технику безопасности, чтобы живым и невредимым возвращаться к семье. Мы заботимся о наших работниках не только на работе, но и дома. И это как раз День семьи – это вот та часть, про которую мы говорим дома. Да? Мы хотим, чтобы наши семьи, детишки были в безопасности. Мы на «Кумторе» достигли определенного уровня культуры безопасности, поэтому хотим, чтобы наши сотрудники внедряли эту культуру у себя в семьях. Мэрия Балыкчи помогла выбрать городской пляж, где поблизости расположилась большая зеленая поляна, где с удобством для гостей праздника расположили 14 учебных и развлекательных секций. При поддержке «Кумтур Голд Компани», вы сами знаете, многие социальные вопросы решаются, вы сами знаете, многие вот такие мероприятия, но в День семьи такой праздник устраивают первый раз. Первый раз в Кыргызстане в городе Балыкчи начали, получается. И я думаю, после этого праздника в каждой семье будет отношение друг к другу еще лучше станет. Долгожданное шоу, собравшее множество детей и их родителей, началось, когда словно по сигналу из-за облаков выглянуло солнце. Едва дослушав слова приветствия, нетерпеливая армия детворы устремилась по игровым зонам. Все игры придумали и подготовили сотрудники разных отделов «Кумтура». Основной акцент – безопасность дома, на улице и на воде. Надземные, ребята, совершенно верно. Итак, с вами движемся дальше. И дальше мы будем с вами изучать, что… О безопасности на дороге занимательно и с огоньком. Все внимание детей устремлено на задорных и веселых аниматоров. Итак, продолжаем смотреть. Давай, первый знак, угадывай. Осторожно, дети. Так. Правильно, осторожно, дети. Так. Итак, держи свой бал, дружище, и мы с вами движемся дальше. Следующая вот эта малышка. Осторожно, дети. Осторожно, дети. Это правильный вариант ответа. Здорово. А вот что нужно, чтобы перейти дорогу? Сначала мы куда смотрим? Если ребенок будет знать, на какие знаки как проходить, он, я считаю, что будет чувствовать себя, ну, как бы в безопасности, что ли. И мы еще учили сегодня деток проходить через пешеход. На какой цвет можно проходить, на какой нельзя. И я уверена, что дети усвоили этот урок. Дети в диком восторге. Им понравилось все. Им понравилась лотерея, герои. В процессе интерактива были, вспомнились все правила дорожного движения и, конечно же, безопасность. На
всех игровых станциях было не менее весело и увлекательно. Задания для участников самые разнообразные – на скорость и ловкость, фантазию и эрудицию. А в некоторых стартах требовался и командный дух. Одно из таких состязаний – обычная, казалось бы, игра «Крестики-нолики» – предстала в новом формате. Здесь мы играем в крестики-нолики. Сейчас мы впереди. Хотим выиграть. Что нам стоит дом построить? А если из кубиков лего? Да еще и самую высокую башню, да на скорость. И здесь для победы тоже нужна командная работа. Здесь так весело, много детей. Нам очень понравилась игра «Построить дом». Самая длинная очередь, состоявшая в основном из девочек, была к мастерам аквагрима, которые весь праздник трудились, не покладая кисточек. Мне больше всего понравился рисунок, аквариум. Весело, хорошо, нравится. Почаще бы устраивали, а то у нас мероприятий таких очень мало в городе. Мы рады очень. Секторы, где обучали азам первой медицинской помощи и поведению на воде, привлекали внимание не только детей, но и взрослых. Познавательно, интересно, да и может пригодиться в реальной жизни. Здесь дети, взрослые учатся, как оказывать, сделать искусственное дыхание, как массаж сердца делают, объясняют, какие меры надо с предосторожности принимать, какие меры необходимо принимать во время оказания первой помощи. Таких праздников должно быть много-много, хорошо влияют на воспитание детей. Детям очень понравилось. Таких праздников бы почаще. И интересно очень. Дорожные правила, правила поведения на воде. Это все объясняют. И это все полезно. А организаторов очень благодарю. Каждый ребенок старался принять участие в большем числе конкурсов. Больше игр, больше шансов собрать баллы, обменять на лотерейные билеты и поучаствовать в трех розыгрышах призов от Кумтора. Счастливчикам вручали подарочные комплекты, детскую энциклопедию, альбомы, фломастеры, игрушку и кепку. Всего 90 комплектов призов. Я выиграл книгу, карандаши. Дети мои выиграли. Я пришла с 4 детьми. Они и выиграли. Спасибо им. С праздником еще раз. Кепку и ручку разноцветные из какого-то есть комплекта. Ни один ребенок с праздника День семьи Кумтор не ушел без подарка. В качестве приятного бонуса всем бесплатно раздавались сладкая вата и воздушные шары. Мы в восторге. Дети радуются, веселятся. И мы тоже вместе с детьми вспоминаем свое детство, радуемся. Спасибо вам. Сегодня мы видим улыбки на лицах. Рады, что все получают удовольствие от этого мероприятия. Солнце, воздух и Иссык-Куль. Что может быть лучше жарким летом? Чудесный праздник на берегу собрал более 1000 человек. Главное, что уяснили для себя участники праздничной акции, соблюдать правила безопасности надо на работе, дома, на улице и на отдыхе. Везде. Усилиями и стараниями сотрудников горнодобывающей компании День семьи Кумтор превратился в настоящий праздник улыбок. Дети от переизбытка эмоций заливались смехом, забывая обо всем на свете в спортивном азарте. Не отставали от них и родители. И те, и другие приятно удивились. Серьезные темы тоже можно объяснить в доступной игровой форме. Весело и понятно.
Марвел замолчала. Молодцы!